Приветствую, друзья, автолюбители, автоводители. Сегодня у меня для вас есть авто, как ни странно, регистратор от Xiaomi, который называется 360 Dash. Ну, Dash не Dash, но тем не менее Dashcam HK30. Камера 2 мегапикселя, формат записи MP4, разрешение Full HD 1920 на 1080. Угол обзора объектива 130 градусов и частота 30 кадров в секунду. На борту есть Wi-Fi. Данный авторегистратор обладает функциями непрерывной записи, записи времени и даты, записи скорости, записи звука. G-сенсор тоже имеется. Поддерживает карты формата microSD и максимальный объем карты 64 гига. Аккумулятор встроенный и емкость аккумулятора 200 мАч. Сейчас распакуем, посмотрим и проверим, как это все дело работает. Вот так выглядит оригинальная упаковка и вот так выглядит коробка в коробке. Внутри конверта лежит инструкция. Внимание! В этой инструкции есть тот самый QR-код, с помощью которого можно скачать приложение для вашего смартфона, планшета, для того, чтобы подключить регистратор. Вот этот самый QR-код. Также инструкция содержит русский язык, здесь все переведено, и как им пользоваться, можно прочитать внутри инструкции. Внутри коробки комплектация, длиннющий кабель microUSB на USB. И вот такой адаптер для этого USB. Шпатель для монтажа проводки. Ну и непосредственно сама камера. У нее довольно тугой шарнир, болтаться она не будет сама по себе. Влево-вправо она не крутится, она регулируется только по вертикали. Кнопка включения, и она же кнопка записи. Видите, русскоязычная баба, я аж растерялся. Карта памяти вставляется вот здесь. Да заткнись ты, блядь. Издеваешься? Вот так выглядит приложение, ничего сложного здесь нет. В приложении выбираем свою видеокамеру, вот этот видеорегистратор, и коннектим их по Wi-Fi. Как вы видите, регистратор снимает, и то, что он снимает, отображается непосредственно в планшете, в вашем мобильном телефоне. Можно сделать на полный экран, можно развернуть, можно сделать снимки здесь различные. И дополнительно здесь имеются разные настройки. Тапаем по экрану и нажимаем кнопку настроек. Здесь имеется запись голоса. Можно изменить громкость стежа этой бабы. Здесь есть настройки мониторинга. Включение-отключение в режиме покоя. Также есть сенсор столкновений, который можно выставить на разную чувствительность. То есть там датчик, понятно, какой-то вибродатчик стоит. Есть таймлайн записи. Мы можем здесь выбрать 8 часов, 16, либо 24. Можно Wi-Fi запаролить и сменить язык этой бабы на любой другой, какой вам нравится из списка предлагаемых. Есть русский, есть английский, есть всякие разные. По умолчанию это авторегистратор этот работает непосредственно на английском языке. Но когда устанавливаешь приложение, сразу подключаешь и выбираешь русский язык в настройках. Проблем с этим никаких не возникает. Дополнительно здесь можно обновить прошивку, но по умолчанию из коробки уже стоит самая последняя прошивка. Я не помню, говорил в видео или нет, но регистратор пишет звук, если что. Звук сейчас не на него пишется, на смартфон. Вот такой авто-видеорегистратор. Если он вас заинтересовал, ссылка в описании. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч, всем пока!